Всем привет! У нас уже 2 часа дня и просто замечательная погода. Солнышко светит. Давно у нас не было такого яркого солнца. Я прям нарадоваться все не могу, а Баси, кстати, все еще в школе. А Мишечка или Лишечка у нас сегодня на примерке. В прямом смысле этого слова я сейчас делаю, пытаюсь сделать для них одежду. Вот такой вот костюмчик я сделала для Лили. И хотела я такой сделать Мише, но потом подумала, лучше сделаю я ему что-нибудь другое. Он такой вот тепленький, как раз сейчас на зиму, последний месяц остался зимы, ну и она в нем как раз и проходит. Есть желание пообщаться с подписчиками? А что, нас видят? Ну, будут же видео смотреть. А-а-а, всем большой-большой привет. Я хочу сказать, что я вас всех люблю и обожаю. У нас вообще с Лили очевидный прогресс наших занятий, потому что Басик там читает с ней книги, я тоже, и, конечно, это все не проходит бесследно. Лили уже знает всех-всех домашних животных, умеет их называть, и также издает звуки, которые издают они. Мне особенно нравится, как она изображает кошку. Потому что она сама кошечка. Вот такие вот джинсики получились. Тут, кстати, еще и ширинка есть, все как в настоящих джинсах. И вот эта вот пуговка расстегивается. Лили сейчас уснула. Мишка делает подделку в детский садик. О, кстати, Басик, по-моему, пришел, пойду посмотрю. Вот он, мой красавчик, пришел. Привет, мам. Привет. Шапку поправь. Хорошо, что капюшон, а то приходит без куртки. В руках, потому что приношу. Угу. Отругала, теперь вот капюшончик надевает. Вот портфельчик. Красавчик мой. Как дела у тебя в школе? Представляешь, пятерку получил сегодня. По какому предмету? По окружающему миру. Такое радостное событие, что даже забыл, да, по какому предмету? Ну, бывает у меня такое. Сейчас, кстати, я зашел быстренько, мне нужно на футбол оказываться сегодня. Сегодня еще на футбол? Идем тогда быстренько покушаешь? Ну, блин, я сейчас тогда опоздаю. Ну, Бась. Нет, я пойду сразу. Нет, Бась, сначала ты покушаешь, и потом пойдешь. Хорошо, только быстренько. Пойдем, пойдем. Сейчас Басику быстро разогрею рис и рыбку. Вот. Потом на футбол. Так, ты чего? Такие вкусные печеньки, ну дай одну. Давай ты сейчас покушаешь нормальной еды, а потом печеньку. Да я не успею. Успеешь. Миша попросил у меня помощи с подделкой, задали сделать снеговика, и он практически все сам молодец сделал, взял 3 ватных диска, это он сам такую вот идею мне дал, и вот такой вот снеговичок получился. Я ему, правда, помогла сделать ведерко, вырезать глазки, носик для снеговика. И также сделать вот такие вот ручки предложила. И он согласился. А давай еще сделаем звездочки или снежок. А это хорошая идея, давай. Из ватного диска можно снежок сделать. Отлично, у нас как раз осталось. Давай сделаем. Вот что у нас получилось. Я считаю, что очень клево, ведь мы команда. Да-да-да, все верно. Подписали уже. И завтра Мишка понесет свою подделку. И теперь будем убирать сейчас мусор. Ну, я пойду играть. Нет, Миш, мы будем убирать вместе, потому что мы вместе делали подделку, теперь убирать будем вместе. Хорошо. Басик уже пришел с футбола. Они с Мишей сидят, смотрят мультики и также играют. А мы с Лили собрались к бабушке. Ни Басик, ни Миша с нами не захотели идти. Вот. Лили одета у нас по-теплому. Поэтому не должна замерзнуть. Я тоже. Ну и, конечно, нужно остановиться, чтобы поиграть со снегом. Не знаю, насколько у нас это затянется. Надеюсь, что ненадолго. На улице очень-очень морозно, слышно потому, как хрустит снег. И пока мы играли со снегом, уже замерзли. Пришли мы уже к бабуле, а здесь весь холодильник в магнитах. Кто это? Кто это? Аф. Аф-аф, правильно. Кто это?
кенгуру. Кто это? Ко. Ко-ко-ко, правильно. А это кто? Медведь, правильно. Это кто? Кто это? Иго-го. Иго-го. Ух ты, вот так вот лапкой, да, какие здесь игрушки, Лили? Какие игрушки здесь. Да, такие игрушки. Оп, оп. Иго-го. Да, где? Кто, лошадка где-то, да? Иго-го. Да? Иго-го. Ух ты. Иго-го. Прямо го-го? Вот это да! Пришли домой и без происшествий никак. Нажаловался мне на Басика. Да, потому что он меня обижает. Я с Басиком уже провела беседу, поэтому ничего страшного. Сейчас на ужин у нас будут манты. Чудесные манты. А у кого-то будет рис с рыбкой, потому что, вот, например, Мишка больше рыбку любит, чем манты. А Бася вот их обожает. А что же у нас делает Басик? Неудивительно, конечно же, играет. Но я ему разрешаю играть максимум час в день. Он сейчас поиграет, сам теряет интерес, и все. А ты уроки сделал? Конечно, я сделал. Мам, ну, пожалуйста, не мешай. Все, мой час и так идет. Вот так вот. Так и живем. Не хочешь уже даже поговорить, да, со мной? Ну, потом, ну, сейчас я доиграю. А маленькое солнышко сейчас играет с куколкой. Ляля. Да, ля-ля. Такая вот куколка. Вы ее, наверное, уже часто видите в наших видео, потому что и Мишка любит с ней играть, и Лили. Самые маленькие уже легли спать. Даже не дождались спокойной ночи малыши. А ты почему не спишь? Потому что я еще не дождался спокойной ночи малыши. Дождусь и лягу спать. Не обманывай меня. Ну, потом еще пройдет часик, может быть, два. Нет, Бась, сегодня раньше ты ложишься, потому что завтра в школу. Кот, ты понимаешь вообще, что... Хорошо, почему он вообще... Почему Балсик не ходит в школу, а я должен ходить? Ну, вот так вот. Несправедливость. Ты будешь прощаться? Я не буду прощаться, я буду говорить «до свидания». Спасибо вам большое, ребята, за то, что посмотрели это видео. Не забывайте оценивать его пальчиком вверх. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Я всех очень люблю. Миша и Лили тоже, правда, они спят. Но я уверен, что они вас любят. Всем пока-пока.